Привет из Хайфа, это Хофа Кармель. Сегодня выходной, шаббат. И сегодня посмотрим, как же можно отдохнуть в шаббат. Оставайтесь с нами, будет интересно. Кстати, у меня уже есть видео по этой теме. Ссылочку оставлю либо вверху, либо в конце видео, либо в описании. Это Хайфа, Хофа Кармель. Сегодня шаббат, и очень интересно и весело. Какие великолепные закаты у нас в Хайфе можно наблюдать. Посмотрите, какая красота. Хотя не спортивный народ, поэтому до самой ночи все занимаются спортом. Что говорят, в Израиле один из видов спорта – это еда, поэтому все кафешки полные, как видите. На Хофа Кармель их достаточно много. А еще есть, вот смотрите, спортивные площадки, их достаточно много, они очень удобные. Удобное покрытие, нравится так же как взрослым, так и детям. А рядом танцевальная площадка, так что те, кто не хочет заниматься спортом, могут потанцевать. В Израиле это любят. Одна танцевальная площадка на Хофа Кармель. Но пока никто не танцует, ребятишки катаются. А у кого-то совсем другие танцы. Рафи. Смотрите, как это флешмоб по Хайфе. Смотрите, как люди присоединяются. Как это здорово. Ой, мне аж плакать хочется. Это бесподобно. Кто-то и так отмечает праздник. Смотрите, как красиво. Одно из самых главных достопримечательностей – это вот эта свора собак. Я уже их снимала, уже есть видео. Ссылочку оставлю. Одна из главных достопримечательностей Хофа Кармель – это игра на барабанах. Посмотрите, какая атмосфера праздника здесь. Сколько народу.
Очень хочется.